Снизили цены на электричество. Потребители Premier Energy будут платить на 11%, а клиенты Feyenoord на почти 4% меньше. Решение приняло Национальное агентство по регулированию в области энергетики после переговоров с поставщиками. До сих пор Premier Energy поставлял электроэнергию из расчета 1 лей и 89 банов за киловатт-час. Компания запросила у НРЭ снижение тарифа на 11 банов. Однако расчеты нацагентства показали, что стоимость должна быть на 11,1% ниже и составлять 1 лей и 68 банов. Основным аргументом НРЭ было то, что с марта цена закупки электроэнергии снизилась примерно на 7%. Premier Energy заявила, что уменьшение цен должно быть минимальным, потому что компания якобы понесла убытки из-за эпидемии и их необходимо включить в тариф. И это при том, что по данным moldstreet.com, только в прошлом году компания получила прибыль в 100 миллионов евро. Пандемия, приостановка хозяйственной деятельности, а также меры по защите частных потребителей отразились на поставщике электроэнергии, что привело к значительному снижению доходов и дефициту финансовых ресурсов. Мы говорим о бизнесе, с которого вы получаете довольно хорошую прибыль, и если полностью покрыть ваш оборотный капитал, думаю, это будет несправедливо по отношению к потребителю. Мы считаем, что при расчете следует использовать последний прогноз макроэкономических показателей, то есть значения, внесенные в закон о бюджете от 17 апреля 2020 года, но не прогноз, опубликованный Министерством экономики 6 марта. В период с января по июль 2020 года обменный курс молдавского лея по отношению к доллару составляет 17,59. При расчете тарифа используется ставка 17,9. Мы считаем абсолютно необоснованной ставку 18,9. Все аргументы Premier Energy не смогли убедить директора НРЭ. У нас дежавю обсуждений прошлого года, в том числе относительно убытков оборотного капитала и обменного курса. НРЭ также утвердила новые тарифы и для потребителей на севере страны. Однако для потребителей снижение цены будет меньше. Feyenoord не возражала против расчетов НРЭ, хотя до этого настаивала на сохранении текущего тарифа. До сих пор киловатт-час стоил 2 лея и 23 бана. НРЭ утвердила цену на 3,8% ниже, что составляет 2 лея и 14 банов за 1 киловатт-час. Новые тарифы вступят в силу после их публикации в Monitor Official.